біль може спіткати людину неочікувано. З болем можна жити, але недовго. Що робити, якщо у вас щось болить? Болить нестерпно, але ви можете терпіти ось цей біль. Саме з цим питанням звертаємось до лікарки-неврологині Оксани Протченко. Рада бачити вас, пані Оксано. З приводу болю, то дуже часто люди скаржаться на біль і скаржаться на нестерпний біль і намагаються його терпіти. З приводу болю, то давайте розберемо, що це таке і чому біль з'являється у нашому організмі. Боль – это защитная реакция организма, она возникает тогда, когда есть какое-то повреждение. Например, вот знакомая ситуация, знакомая, наверное, каждому, или кто-то слышал, или кто-то это чувствовал, когда резко наклонился, что-то сделал, и возникла боль поясницы, и ты больше не можешь двигаться. И интересно то, что в одном направлении ты можешь наклониться, двигаться, а в другом нет. Это защитная реакция, то есть организм дает сигнал о том, что в эту сторону наклоняться не надо, иначе усиливается повреждение. Вот там выделяются непосредственно всякие вещества, медиаторы воспаления, которые способствуют тому, что мы чувствуем боль, и идет защитное напряжение мышц. Это то, что касается боли в спине. А чому саме, дивіться, пані Оксано, чому саме в той бік не можна повертатися? З іншого боку, у нас, значить, немає болю, значить, тоді у нас є пошкодження, на які треба звернути увагу. Да. І ось, якщо ми це вчасно зробимо, так, зреагуємо на біль, він же не просто так в нашому організмі з'явився, то, можливо, ми знешкодимо себе і будемо знати, що далі робити з нашим організмом. Да, тому що це защитний механізм, в першу чергу, так же саме і з ожогами. Ми ж, коли прикасаємося до гарячого, убираємо защитне, щоб не було далі повреждення. Вот. І боль, вона буває нескольких видів. Да? Тоже інтересний вопрос, тому що от этого зависит, как мы работаем с медикаментами. Вот. Боль, она, когда есть повреждение непосредственно тканей, то это локальная боль, называется ноцицептивная. Ну, запоминать, конечно, это сложно, это как бы больше уже наше. Вот. И мы можем локально видеть покраснение, боль, ощущать, отек. Вот. Это боль при повреждении. Она купируется там определенным видом препаратами. А есть боль, которая уже повреждения нет, вроде бы, да, все прошло, но мы чувствуем какую-то зудящую, жгучую, ноющую постоянно боль. Это другой вид боли. Один и другой, они являются как бы защитными, но основным защитным это является вот эта боль, которая при повреждении, при травме. Вот это перша, так? Да, перший да. Біль, на який треба звертати увагу. Але ж насправді люди дуже часто скаржаться на те, що, наприклад, ниє увесь організм. От є такий біль, коли прям, ну от ниє все. І кажуть, що це настільки нестерпно для нашого організму, що просто і ще люди не знають, де саме болить. От є гострий біль, коли люди знають, що точно ось там десь болить, а є отакий, він захоплює увесь організм, охоплюючий, всеохоплюючий, і він не дає людині спокійно жити. Так от, з яким же болем треба звертатися до лікаря і взагалі щось робити, можливо? Вообще боль – это дискомфорт. И жить с болью не рекомендуется никому. Это в любом случае сигнальный момент, и нужно разобраться, почему же он возникает. Если организм здоров, то боль у него может быть, ну, например, перетрудил мышцы. Да, она возникает. Это физиологически. Да? Там молочная кислота накапливается. Но если это боль, которую описываете вы, или она сопровождается другими симптомами, покраснением, отеком, то обязательно нужно обращаться к доктору. Вот. И, например, когда еще обязательно обращаться к врачу, если у человека, например, систематично на перемену погоды может возникать головная боль, да? Ну, она бывает, она проходит, она кратковременна. Но если боль стала чаще, стала интенсивнее, она поменяла свой характер, здесь уже стоит задуматься и обязательно обратиться к доктору. Вот. Так же самое, если головная боль сопровождается еще какими-то дополнительными симптомами, например, онемение руки, онемение пальцев, снижение зрения. А если касается боли в пояснице, да, то мы можем сказать, что боль сопровождается еще, она отдает в ногу, вызывает онемение пальцев. Это тоже обязательно нужно обращаться. Вообще с любой болью, но есть усиление симптомов, и тогда это тревожно. Насправді, з головним болем дуже часто люди звикли жити. І, ну, я не знаю, можливо, чи не третій, чи не третя людина скаржиться на те, що в неї болить голова. Голова болить, і нібито це звична реакція організму. От поболіла і пройшла, чи там можна одразу випити якийсь медикамент, там випити якусь таблетку, пігулку, яка взагалі зараз звична для нас усіх.
і все. Ми випили, час пройшов, нібито погода змінилася, нам вже краще. І ми отак от увесь час ми так живемо. Ми звикли терпіти біль. І це, мабуть, дуже небезпечно. Ну, та боль, о которой вы говорите, она может быть, ну, как бы несколько механизмов. Тут нужно разобраться. Это, конечно, в принципе, тоже является причиной обращения к врачу, потому что головная боль может быть причиной ее шейный отдел позвоночника, остеохондроз или просто напряжение мышц в шейном отделе позвоночника. Это может быть стрессовая боль, когда она характеризуется вот тем, что вечером, в основном, да, вот после рабочего дня, если боль возникает, и она как будто сдавливает, так вот, как будто одели обруч какой-то на голову и давит. Это стрессовая боль, да, и на каждой из этих болей есть свой механизм воздействия. Если это стрессовая, то тут уже не нужны обезболивающие, тут нужны успокоительные препараты. Если это боль в шейном отделе позвоночника, тут тоже нужно подумать, а нужны ли обезболивающие, или нужно просто назначить массаж и сделать гимнастику для шейного отдела позвоночника, отрегулировать, как человек сидит и что вызывает повреждение этих структур. Вот. И таким образом мы можем курировать головную боль. Но нужно разобраться, в чем же причина. Насправді, це, мабуть, перший такий етап, коли ми повинні розібратися, з чим пов'язаний біль, який виникає у нашому організмі. Якщо ми розуміємо, що біль короткочасний, якщо це щось там десь, ну, можливо, механічно так сталося в нашому організмі і нічого страшного, але якщо біль постійно вас супроводжує, і ви розумієте, що вам боляче жити, ходити, щось робити, ви не можете виконувати роботу довгий час, то, звичайно, треба щось з цим болем робити, звертатися до лікаря. Чи часто, пані Оксано, звертаються до вас люди просто зі звичайною проблемою? У мене щось болить. Ну, сказать, что-то болит, на самом деле такой очень вопрос специфичный. Я маю на увазі голова, спина, ну там, так. Ага. Я повертаюся, в мене болить, наприклад, рука, в мене німіє рука. Ну, тобто ось ну, з такими конечно, симптомами. Я врач-невролог, поэтому ко мне постоянно приходит и основная жалоба, это что-то болит. Помимо даже, если они приходят и с другими какими-то вопросами, но наличие боли практически у каждого человека в том или ином моменте оно появляется, оно есть. Поэтому обращаются очень часто. Що ви потім рекомендуєте? Як ви розбираєтеся з тим болем, який може супроводжуватися, наприклад, усе життя? Чи можна його знешкодити? І чи можна зробити щось неймовірне для того, щоб в організмі цей біль більше не повторювався? Нужно понять причину. Вот я не знаю, вот непосредственно к чему вы клоните, к какому виду боли, потому что они есть разные, и вы не говорите конкретно о локализации боли, да, говорите вот общая боль. Обычно такая общая боль – это тоже невротического характера, она такая дисфункциональная, когда эти боли мигрирующие, они то там болит, то там, то у человека болит желудок, то потом у него болит голова, то вдруг у него болит там нога, то еще что-то. Вот такая мигрирующая боль. Конечно, есть некоторые заболевания, которые сопровождаются такой симптоматикой, но в основном нужно разобраться в тревожном компоненте, потому что на фоне тревоги боль ощущается по-другому, и ощущение боли более продолжительное, более частое. Тут нужно на эти моменты тоже обращать внимание. А универсально одного какого-то препарата или какого-то действия для того, чтобы убрать боль, нет. Нужно понять, что же вызывает боль. А наші люди звикли зразу вживати знеболюючі препарати. Ну от щось болить, є ж такі препарати, так? Ну, чому б їх не прийняти і не отримати ефект? Я бы не рекомендовала просто так принимать препараты. Да? Вот мы можем зайти в аптеку, сказать, что что-то болит, и обязательно фармацевты нам предложат целый ряд разных препаратов. Но это может быть ошибочно, потому что все препараты обезболивающие, они в линейке выстраиваются по разным своим как бы, функциям. Есть препараты, в основном это ну, нестероидные противовоспалительные препараты, это одна линейка, но одни имеют больше противовоспалительного эффекта, когда вот травма, отек, да, они пойдут на этот. А другие, например, более интенсивная боль, когда более обширное повреждение. Mm-hmm. И тогда на интенсивность боли влияют. И уже врач сам определяет, а какой же препарат в этой линейке выбрать с более противовоспалительным компонентом или больше обезболивающим компонентом. Момент еще в том, что когда пациенты сами принимают препараты, иногда доходит до того, что они принимают в день 5-6 таблеток или несколько упаковок в неделю. Это очень важный вопрос и очень важно задавать пациенту, сколько вы выпили таблеток сегодня, а сколько за последнюю неделю. Есть даже такой диагноз – абузусная головная боль.
Это головная боль, возникающая на фоне приема таблеток. Чем больше таблеток обезболивающих вы пьете, тем интенсивнее и продолжительнее будет ваша головная боль. Тогда с таким пациентом приходится его сначала помыть от этих препаратов, ну так условно очистить, говоря. Очистить, так скажем. Да, да, да. А потом уже подобрать необходимый препарат или воздействовать на причину, убрать саму причину. Поэтому самому принимать препараты я бы не рекомендовала. Взагалі, мабуть, люди у нас звикли слухати рекламу, дивитися, як вона виглядає, так, і думати, що ось я зараз це все буду приймати, і в мене нормалізується мій стан, так? А потім доводиться їх лікувати від того, що вони так самі собі призначили, так? Це справді дуже небезпечно. Як ви думаєте, ну чому, від чого це залежить? Це просто немає часу, чи це культура така у нас? Ну, на самом деле, я думаю, так несколько факторов. Во-первых, люди считают, что они могут знать больше, чем врачи. Они вычитывают какой-то определенный момент, да, и потом приходят, умничают. Но на самом деле всей целостности проблемы они не видят. И поэтому, когда вот они пришли, позадавали вопросы, поняли, что Таня, врач, наверное, ничего не понимает, я буду сам себя лечить. И вот это вот одна из причин распространенная, которая такое мнение, что я могу сам себе помочь. Но они не понимают о том, что всех факторов они не знают, и всех факторов учесть они не могут. И самостоятельное лечение не завжди приводить до положительного результату. Звичайно. Пані Оксано, насправді люди можуть собі призначити не тільки пігулки, вони ще можуть собі призначити, наприклад, обстеження. Тобто, в мене болить голова, я от зроблю МРТ, наприклад, чи там зроблю КТ. Ну, наприклад, так? Чи бували такі випадки і наскільки це може бути небезпечно? Ну, дуже часто приходить пацієнт, переступає порог кабінету і говорить, я прийшов за МРТ. Я говорю, зачем? Говорить, ну, у мене, наверное, грижа. Говорю, ну і що? Говорю, а что вас беспокоит? Начинаю задавать вопросы. Вот. Или пациент заходит и говорит, я принес КТ, посмотрите. Или, например, другой вариант. Мне тренер в фитнес-зале сказал сделать КТ. Говорю, зачем? Ну, у меня, наверное, там грыжа. Он сказал, что ему нужно знать, есть у меня грыжа или нет. Вот. И таких вот моментов бывает очень много. Я не сторонник назначения МРТ каждому и всем. Вообще, ну, как бы, если есть для этого показания, тогда МРТ назначается. И еще интересен тот момент, вот, например, с этим фитнес-тренером. КТ и МРТ – это разные обследования. Он почему-то попросил пациентку, не знаю, КТ сказал, назначить КТ. КТ не показывает грыжу, оно может показать большую грыжу. На самом деле грыжу и повреждение корешка, диска показывает только МРТ, а КТ показывает кости. То есть каждому обследованию есть свой диагноз и свой подход. И диагноз, когда пациенты приходят с непонятными обследованиями, с кучей, а нужно совсем другое-то, ведь, а деньги уже потрачены, и тут уже ты думаешь, ну опять нужно направлять. То есть самостоятельно назначать МРТ – это не вариант. А потом, когда нужно МРТ? Есть определенные критерии, когда МРТ нужно назначить. Вот, например, в случае с головной болью есть такой вот диагноз – мигрень. Очень много женщин страдает мигренью. Это такая продолжительная боль, которая может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней. Человек, он теряет свою трудоспособность. Он просто закрывается в комнате в темной, и чтобы его не трогали. И это достаточно интенсивная боль. Вот. Есть методики, как купировать эту боль, как с ней бороться, но в некоторых случаях боль меняет свой характер. И тогда это причина обратиться к врачу. Или, например, когда боль возникла впервые, и она очень резко, интенсивно, а если еще и потерял человек сознание, это 100% обращаться к врачу. Если у пожилых людей возникает головная боль, раньше головные боли, ну, были эпизодично, да, там на перемену погоды, там, или перенапрягся, устал, вот, и головная боль есть, а теперь она появилась, и она более интенсивная. Если появляются дополнительные симптомы, это то, что касается головной боли, это обязательно обращение к врачу. Вот. В отношении боли в спине. Некоторые люди приходят, когда уже в позвоночнике есть изменения, и уже как бы сделать мало что можно, нужна операция. Люди терпят боль. Вот. И один из угрожающих, я уже говорила, моментов, это бывает онемение пальцев, онемение ноги или, например, слабость в стопе. Когда вот человек идет, стопа как бы так вот хлопает, и даже сбиваются носочки. Вот если мы видим, что у пациента сбитые носочки на туфлях, это уже говорит о том, что слабость в стопе есть, и человек запустил, он долго терпел эту боль. А что это такое? Чему в него все это выникает? Ну, с чем повязаны могут быть такие проблемы? Если в отношении позвоночника, да, есть грыжи диска, и чаще всего это бывают вот эти вот дегенеративные процессы, когда, вот если мы представим диск,
это как бы, ну, такой желеобразная такая структура, и вот если мы берем желейную вот какую-то там мармеладку, снаружи такое плотное кольцо, а если раздавить, то внутри более желеобразное, да, вот, и рядышком проходят корешки нервов, и вот если сильно давить на вот эту желеобразную структуру, когда мы неправильно сидим, когда мы долго находимся в неудобном положении, или резко встали, или подняли неправильно тяжести, разрывается вот это наружное кольцо, и выходит капелька изнутри. И она может выйти в центр канала, к спинному мозгу, если это шея, или бока, корешки. И вот если она давит на корешки, вот тогда по корешку перестает поступать импульс. Передается, не передается чувствительное, двигательное. Да? Возникает боль, и возникает онемение, и возникает слабость в ноге. Вот этого допускать нежелательно. Пані Оксано, справді, про біль ми сьогодні стільки всього вже дізналися, і ну, найперше і найголовніше, це який висновок треба зробити, що не можна ні в якому разі терпіти будь-який біль. Так. Як тільки він з'являється, одразу до лікаря. І якщо лікар грамотно вас огляне, якщо лікар знає, що треба робити, а у нас лікарі, дуже добре, що лікарі у нас достойні і можна звертатися. Головне – це довіряти. Довіряти тим людям, до яких ви приходите, і розуміти, що ви заодно. 80% вашого здоров'я – це ви, так? Це те, що ви можете зробити своїм організмом. І 20% – це те, що може допомогти лікар. Але всі разом це будуть 100. Це буде 100%. І, звичайно, потрібно звертати увагу на це. Я вам дуже дякую, пані Оксано, що ви сьогодні розповіли, наголосили, звернули увагу на біль. Я так сподіваюся, що болі буде менше в нашому житті. Її і так досить кожного дня. Але якщо ми ще й терпіти будемо, то взагалі, як нам жити далі? Сподіваюся, що все буде добре. Дуже хочеться побажати усім нашим глядачам здоров'я. І вам теж, пані Оксано. І, звичайно ж, будемо чекати вас у нашій студії ще. А ми з вами зустрінемось вже завтра о 13:30. До побачення.